сею огурцы в торфяные горшочки по 6 штук, по 8 штук в горшочке. Так, престиж F1 партенокарпический, ранее спелый, и сибирская тройка тоже партенокарпический. Все это гибрид для теплиц пленочных укрытий. Так, не замачиваю, я не замачиваю. Кто как делает, не знаю. Я сею так. Значит, это огурец у нас сибирская тройка. Пока что кладу так. Беру огурчики. Высыпаю себе на ладошку. Мне нужно 8 штучек. По одному на ячейку? По одному зерну на ячейку? По одному зерну на ячеечку кладу. Присыпать буду после того, как все посажу, чтобы знать, что я не пропустила ни одну ячейку. А вот во второй ячейке я вижу золу. А почему в этой нету? Нет, она везде. Земля одинаковая, перемешанная. Здесь зола. Обычная земля. Точно так же углубление на глубину фаланги или как? Фаланги пальца? Или просто... На сантиметр, в общем. На сантиметр. Угу. Пол сантиметра, сантиметр. Так, вот они у меня все 8 посажены. Теперь я их проливаю. Земля обычная, ничего такого нету. Это у меня уже в парнике земля. И парниковой землей, которая обычная, я чуточку-чуточку присыпаю. Буквально присаливаю, чтобы было закрыто. Так скажем, землей мульчирую, чтобы корочки не было от полива. Точно так же делаю и второй. Это у меня огурец корнишон F1 Prestige, тоже раннеспелый. Земля тоже обыкновенная, только чуть я добавила в эту землю золы. И в ту, и в эту золы. Земля обычная. Ну, в этом видно зола, как ну прям заметна. Она вся перемешанная, там просто, значит, чуточку поменьше комочки. Здесь чуточку побольше. А зерна внешне отличаются? Можно смотреть? Зерна внешне не отличаются. Если вы их рассыпали, пересыпали, смешали, то уже и не узнаете, какие. Они все одинаковые. Угу. Здесь я тоже высаживаю точно так же. Луночка небольшая, семечко. Ну, мне нравится втыкать в землю, чтобы они вроде как стояли. И эти после посадки семена также я пролью водой. А сколько с одного такого семечки огурцов будет? Огурцов? Сколько кустов огурцов? Я не знаю, сколько будет огурцов, сколько чего. Посмотрим, как они взойдут. Обещают здесь хороший урожай. Сколько? А что будет? Так. Так. Раннеспелый 42-45 дней. Парнокарпический гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. Так. Так, так. Урожайность теплицы до 25 килограмм на квадратный метр. Ну, то есть здесь очень вес просто указан. То есть, ну, учитывая один огурец, он где-то до... Вот я проливаю. 300, там, 400 грамм, да, получается? Нет, 300-400, это большой огурец. Ну, может быть, да, большой. Ну, то есть приличная урожайность тогда как бы. 25 килограмм с квадратного метра. Очень приличная урожайность. Если будем соблюдать все правила, которые нужны огурцу, вырастим хороший урожай.
Замечательно. У меня в том году было всего посажено 6 огурцов. Всем хватило. 6, имеется в виду, семечек было посажено. 6 семечек было посажено, да. Вовремя прищипывала. И до самой поздней осени у меня были огурцы. Это у меня все в теплице. Они взойдут. Их, конечно, поливать я буду. Ночи у нас еще такие, как скажем, ну, тут плюсовая температура. В теплице имеется в виду. В теплице, да. Я их не балую, они у меня будут расти. И буду показывать, что у меня получилось с огурцами.